Друзья, я Татьяна Бок, детский писатель, поэт, композитор, разработчик оригинальных методик развития и обучения детей раннего возраста. А у меня есть различные ресурсы в помощь родителям и педагогам. Подписывайтесь на мой телеграм, все ссылки под видео. А сейчас я хочу представить вам мою лирику. Слушайте и смотрите стихи Татьяны Боковой. Как хочется дотронуться, как страшно прикоснуться. А если жизнь разломится, расколется, как блюдце? А если не получится развлечься ненавязчиво, и сердце вдруг научится любить по-настоящему? А вдруг ты станешь солнышком, чтоб я могла согреться, и спрячешься на донышке распахнутого сердца, а я свернусь калачиком твоей душе навечно, обняв тебя, как мальчика, заботою сердечной. А если не захочется с тобой расставаться, а вдруг все просто кончится, так не успев начаться? И что же, в омут броситься, а может, увернуться? Так хочется дотронуться, так страшно прикоснуться.